кинотеатр «Победа». 57-го года строение. Старинный кинотеатр. Такой вот. Очень старый, с такими колоннами. Вот такой вот древний. Мы стоим на остановке, сейчас придет трамвай и поедем в Ашан. Стёпе посмотреть. Стёпе посмотреть, что так в школе, может штаны какие-то купить, брюки, еще что-нибудь. Стоим, ждем трамвай. Как приятно, когда вот такие цветы. Такие цветы я помню еще из детства. Сама маленькая была, у нас всегда такие цветы в парке высаживали. Вот такой кинотеатр. Огромный, старинный, с такой акустикой. Очень огромный. Лепнины. Что, Степа? Так, хоть снимать, уже надо ехать. Уже идет? Да. Идет наш трамвай, и мы бежим. Трамвай садится. Трамвайчики поедут. Тройка? Да. Сейчас я дам карту. Осталось совсем мало до школы. Время осталось совсем мало. Надо Степану купить, подсобрать ему в школу. Поэтому мы сейчас поехали, посмотрим, что там есть. Вчера было у внука, у старшего день рождения, 19 лет. Мы так хорошо посидели, по-семейному поужинали. Купили большущий вкусный арбуз, большую дыню, у нас был киевский торт, взяли бутылочку мартини и посидели, поужинали, поздравили его. А внуку подарили часы Xiaomi. Кто знает, такие, как знаете, как их сейчас называют, черная жемчужина, браслетом таким. Там все есть, там и смс-ки приходят, которые у тебя на телефоне, и там шагомер, там и сердцебиение, и пульс, и давление, и много чего подарили ему. Ну и, конечно, подарили ему деньгами. Что 19 лет, уже прилично такой хороший возраст взрослого человека, молодого взрослого человека. Старшему внуку было 19 лет. Потом дальше у меня еще один внук идет, Егор. Ему вот в сентябре будет 16 лет. Мы тоже опять соберемся поздравлять. Трамвай трясется. Мы тоже будем поздравлять. И сейчас думаем уже насчет подарка. Что ему подарить? Смотреть в окно, потому что тряска невозможная в этом трамвае. Попросили зайти посмотреть вкуснейшую пекарню. Смотри, эклеры. Вот здесь эклеры, так эклеры. Смотри, эклеры. Ну-ка. Слушайте, эклеры, так эклеры. Уровая мама, баба, моя любимая. Слушай, вот эти эклеры. 95 рублей. Слушайте, слушайте, можно нам зайти потом сюда, купить к этому? Сейчас подойду. Вот такие тортики, корзинки. Ой, смотри, какая корзинка с этими лептовыми. Лептовые корзиночки. Ага. Можно взять домой. Спасибо.
город. 130 рублей. Слушай, ну прямо все для нашей Италии. Прямо все. Смотри, осетинский пирог 300 рублей с сыром. Ну, пошлите. Подожди. Чебуреки 90 рублей огромные. Все свежее. Все свежее. Дай любить еще сыном. Ну, ёздочки с этим, со шпинатом шикарные. Да? Ну ладно, пойдемте, мы же прошли ваш адрес. Мы зайдем к вам. Спасибо большое. Ну здесь вообще шикарно, вообще. Степа, на обратном пути. Мы зайдем сюда, чай попьем, посидим. Я только что перед выходом съел конфетку. Степ, не злись, не злись. Мы потом обратно зайдем и чай попьем с пироженкой. Хотя бы там поем. Степа, перестань. Я тебя прошу очень. Все поели перед выходом, чтобы пойти сытыми сюда. Я высыпаю. Пить, попей воды лучше. Все, идем. Всегда прямо идти там. Первое, что я увидела на входе, это цветы. Я вижу, ну, дорогие они, орхидеи, по 800, по 600 рублей, почти 900 есть, дороговатые орхидеи. Слушайте, Марина, за 400 рублей. У нас раньше дома такой был. Будет уже цвести будет. Луковица мощная такая. На 400 рублей дорого. Дорого. Еще за 200 я понимаю взять. Но это прям 400. Дорого. Красивые цветы, ну домой купишь, они отцветут и все, и больше не цветут. У меня вот такая вот белая отцвела, на день рождения дарили на работе. Она сейчас отдыхает. Надеюсь, что она отдохнет и будет дальше цвести. Беленькая. Тетради для школы. Черновые, чтобы дома были. Черновые, тоненькие. А школу ему класс? Школу у них уже тетради закуплены. А, это все для дома у них, да? Да, но вот эти могут для школы понадобиться. Вот такие толстые, взяла ему. А дома вот такие вот черновые. Все, тогда хватит тетради. А это ребята. Да, сейчас ручки возьмем. Ладно, поехали за ручкой. Нет, вот сюда в корзинку кидай. Тут у нас сбила авария. Надо еще ручки смотреть. Наверное, карандаши. Пластилин тебе надо, да? Пластилин у нас вроде бы есть, Степа, еще. Пластик на мастера все. А где ты его взял? Ну, хорошая рубашка. Да, в самый раз. А вот так сделай. Не тянет сзади? Нет, какую хорошую? На цену? 239. Все, бери. Я сейчас две рубашки возьму. Две рубашки бери. Знаешь, я бы, конечно, бы голубую взяла еще, потому что это... Да, и голубенькую надо. Эти вот у него на какие-то праздники будет, да? Потому что каждый день это будет для тебя. Да, скажу тебе. Давай. Нет, нормально. Нормально, да? Вот это хорошее. Нет, плохое. Все, нормально. С рубашкой. С рубашкой одень. Берем. Ну давай снимай. Хорошая, мне лучше. Они короткие, вот отсюда. Ты будешь бегать, а у нее? Слушай. А ты присядь на корточке, блин. Не жмет попу? Ну что, я, наверное, двое возьму таких. Зачем? Зачем двое брюк? Он за неделю, они там на продленке в растяжку, и у него вот это все вылетает. Таня мне в прошлом году еще сказала, бери сразу двое брюк. Да? Хороший, с карманами. И материал хороший. И материал хороший. И сзади карманы.
И не просто одна пуговичка, а еще здесь этот есть, смотри. Обшивка какая. Еще какие длинные карманы. Ширинка какая. И ширинка еще какая. Еще все удобно. Смотри, вот с этой штукой, смотри. Попробуй застегнуть. Нет, пятки мы будем подгибать и подшивать. Сначала раз, вот так вот. А потом уже на пуговичку здесь. Удобно. Удобно? Давай такие же найду и куплю ему двое. Да. Видишь как? Купишь мне такие три? Давай. Это вот более-менее. Это столовые приборы. Павловский завод имени Кирова. Чайная ложка. А я себе вот эту хочу взять. Коктейльную? Интересно такая. Вот это? Да. А это вот... Слушай, ну так удобно даже в шейкере, в коктейле вот так вот вымешать, да, что-то, да? Ну или вот... А, слушай, вот это по 59. Это она ли, по 59? Да, она. Вот. Коктейльная. Давай, я возьму такую. Орех. За тебе такую. Ну иногда надо вот такую. Ну давай, тебе и мне. Вот эту не будешь, да, длинную брать? Нет, не буду. Просто дресла. Я возьму такую, недорогую. Дома пригодится. Да, хозяйство. Интересно, да? Угу. Так. Добрались до посуды. Добрались до посуды. Кружки. Огроменные. Кружки разные здесь. Вот эта кружка огромная. Разбили. Вот я вот такие хотела. Вот. Ну возьми себе две штуки. Вот я они, возьму. Вот они. Чего ты наверх ты лезешь? Не вижу. Еще. Лучше там возьми, там лучше стоят. Вот они. Вот они. Где там? Навет сам. Да, вон они. На самом верху. Вон, хочешь снизу возьми? Слушай, только у него они почему-то по 92 рубля, а здесь по 48. Это странно, да? Да. Кстати. Чем они отличаются? Это... А, это каждый день, а это пасаденция какая-то другая. Ну, а чем они отличаются? Качеством? Ну, ножка, видишь, другая. Наверное, вот такие здесь. Вот. Ну, возьми такие, господи, это что? Пасаденция хочешь за 92 рубля? А у них, видишь, ножка, не знаю, какая. А у этой вон какая. Если пасаденции не было, ты бы для счастья была каждый день. Конечно. На, бери. Мне еще один надо. Мне и папе. А, да. Вот я их так искала. На. Не разбить бы. Пошла, я скоро верну. Как тетка разбила. Вот я буду в них. В этих вот. Заваривать, пить. Не знаю, что. Не взяла, мне надо. Так, и еще я себе, знаете, что хочу купить? Я себе хочу купить для вина фужерчик. Фужерчик хочу себе взять для вина, чтобы у меня был такой. Иногда вот винцо налить, некуда. Возьму я себе. Можно взять на ножки, на тонкой. А я, наверное, себе возьму вот на такой вот. Такой вот возьму себе вино пить. Да, надо взять. 6 штук мне не надо, я вино пью одна. Хотя можно, в принципе, можно вино и в такой себе пить. Вино. Не знаю. Вот я, наверное, вот такой хочу вот взять. Пусть у меня будет он. Да. Хочу. Ну, все бери. Кинзмараули налью себе. А такой не хочешь маленький? Ну, а что и маленький? Это уже какой-то, а хоть какой-то, даже можно десерт положить, если что, потом в него. О, Вася! Это для, кстати, текилы, наверное, да? Я возьму вот такой. Ну, все, бери. Алкаш-одиночка набрала себе посуды. Ну, все, пойдем в это, надо мне... Пойдем, надо это взять. Пойдем в сковородку, посмотрим, я хочу просто играть. Надо чем... А вот, вот поглубже, 292. Это каждый день, который я сушу. Вот такие более-менее. А более-менее это вот с крышки. У нас крышки 800 там есть, рублей. Даже свободные. Знаешь что, давай для эксперимента возьмем вот эту глубокую. Да? Да, возьмем, посмотрим как. Ну а что?
Ну, посмотрим, может быть, и порадуемся. Ну, полгода можно же попользоваться. Так... Дай только, чтобы не мятая была. Забирай сковородку. Берем фермы каждый день. И цена у нее интересная, видите, 292 рубля. Может быть, она и неплохая, мы просто не знаем. Мы же не пробовали, давай мне ее. Сколько там куда бросила? Там валяется. Там уже лазит, забрали все у меня. Возьму сковородку ее. Она недорогая, она легкая. Ничего страшного. Что ты их наберешь? Куда ты какие? Склад, что ли? Ну потом, да. Вот такую маленькую, вон большую, вот такую. Ну, можно к Новому году купить, там, может, скидки какие-нибудь новогодние. Вот, смотри, какой сотейник. Он прямо, знаешь, по весу прям, смотри. Потрогай его. Да, ну, да. Вот, вот это да. Вот это сковородка. Потом купим попозже, пока можно сейчас этой перебиться. Чисто эксперимент сделаем. Ну все, пошлите. Пошли. Идеально? Вообще. Ни больше, ни меньше. Все, пошли, оставляй это. Подожди. Ну, может, подешевле вон есть, смотри. Мы все ищем, что нам подешевле. Положи крышку нормальную уже возьми. Вот эту? Да. Что, каждый день не подойдет? Ну да. Уже как-то не так кажется. Она и не подходит. Ничего, нормально взять, да? Да, надо эту взять. Вот эту прям? Да, вот эту возьми крышку, которая прям... вообще, даже без железа. Да, смотри. Все, вошла или нет? Да. Напиши, если больше будет влазить, будет вода капать с нее. Все, пошлите, я уже пить хочу. У нас есть вода. Что нет? Нам надо несить, а друшлак называется. Вот этот, что ли? Друшлачок. Он хороший, между прочим. Вот это хороший, с ручкой. Вот, я бы вот такой, наверное, взяла бы. С ушками. Вот такой вот. С ушками? На кастрюлю поставил, на другую сливаю что-нибудь. Господи. Жрать хочу. Ну что, или вот... Даже на тарелку поставил и слил. На какую тарелку? А вот этот побольше, чем у меня, или такой же? А я что, помню, что он такой тебе. Ну лучше вот этот хоть поставить можно даже в раковину. Этот-то падает вот так постоянно. Все. Я взяла еще сито. Я расплачиваюсь. Господи, сито, друшлак. Все. Пошлите крупы, сахар и приправы.